Диспетчеры оперативного центра хорошо знакомы с ситуацией, когда хозяева питомцев либо очевидцы обращаются с просьбой откликнуться и прийти на помощь четвероногому другу. Причин, вызвавших панику, масса, и все они разные. Конечно, когда на весах спасение жизни людей и ликвидация чрезвычайных ситуаций, опасность, грозящая питомцу, уходит на второй план. Но спасатель не был бы спасателем, не был бы человеком, если бы проигнорировал крик о помощи. Брестские МЧСовцы отзывчивы, и в подтверждение тому актуальный случай. Поступила информация о том, что в вентиляционной шахте 10-этажного жилого дома по улице Сальникова уже несколько дней находится кошка. Хотя подобные ситуации не входят в прямые обязанности Министерства по чрезвычайным ситуациям, спасатели не могли не отреагировать на просьбу горожан о помощи. Неравнодушные жильцы дома отреагировали мгновенно, вот только помощь оказать самостоятельно не смогли. Вентиляционная шахта имеет особое строение. Для того, чтобы определить местоположение животного, понадобилось изучить проектную документацию, привлечь к работе строителей. Этим и занялись спасатели. Как оказалось позже, кошка находилась на уровне первого этажа. Питомец упал с 13-метровой высоты. В заточении кошка пребывала на протяжении 4 дней. МЧСовцы, получив согласие жительницы дома на непредвиденное вмешательство, осуществили эвакуацию. Грамотно, а потому и успешно. И таких случаев на счету брестских спасателей немало. Каждый индивидуальный заслуживает уважения к представителям профессии, которую иначе как мужественной не назовешь.